Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Акперова. У меня бисерные работы, бижутерия в основном. Я первый раз на этой выставке. Мне очень нравится. Я всегда ходила, посещала раньше, смотрела и решила сама поучаствовать. Первый раз. Прекрасно. Лена, буквально пару слов. Наш журнал называется «Танышуло». Просто небольшая информация о вас, о себе. Я домохозяйка в настоящее время. Так. Раньше работала программистом, но сейчас уже нет. Ну и вот свободное от домашних дел время – это мое хобби. Я занимаюсь, мне очень нравится что-то делать своими руками. В том числе у меня есть и вязание, и крючком, и спицами. Ну, в данный момент я представляю бисерные работы.